Язык – это орган вкуса, способствующий также образованию звуков речи у человека. Язык состоит из мышечной ткани и покрыт слизистой оболочкой. В языке различают корень языка и тело языка. На верхней поверхности и по краям языка есть большое количество выпячивания слизистой оболочки – сосочки языка. Они воспринимают ощущения прикосновения, тепла, холода, боли, а также в них находятся вкусовые луковицы. Вкусовые сосочки подразделяются на три типа – грибовидные по всей поверхности языка, желобоватые поперек спинки языка у его корня и листовидные вдоль задних краев языка. Вкус – это ощущение, возникающее в результате влияния какого-либо вещества на рецепторы, расположенные на поверхности языка. В числе четырех первичных вкусовых ощущений различают сладкое, кислое, соленое и горькое. Кончик языка наиболее чувствителен к сладкому, средняя часть – кислому, корень – горькому, край – соленому и кислому. Также язык нам необходим для того, чтобы говорить. Он участвует в создании большинства звуков, изменяя свое положение во рту. Из звуков получаются буквы и слова. Без языка человек не сможет ничего сказать. По языку мы можем судить о здоровье человека. Если язык бархатистый и розовый, человек здоров, но если на нем есть налет, желтый или белый, или если язык гладкий и блестящий, стоит показаться врачу. Это может значить, что есть проблемы с желудком. Кушайте полезную и вкусную еду и следите за своим здоровьем.